так как российская радиосвязь отстает от нашей, вот это очень интересный момент, да? То есть по технологиям... А вот в них, вы кажете, что в них много производства, но они отстают. Это как? А вот смотрите, тут нам на руку сыграла обыкновенная коррупция, которая есть в России. То есть в какой-то момент времени россияне выбирали, какую радиостанцию сделать основной, и они выбрали радиостанцию «Азарт». Вот я даже ее вам придется «Азарт»? Показать. Да, это российская радиостанция «Азарт». Если мы нажмем, мы на экранчике Кремль увидим, то есть вот такая просто классика, да. Это военная радиостанция, и в итоге она стоила, ее первоначальная цена поставок там, для министерства, от Министерства обороны, это коммерческая компания делает, «Ангстрем», ее название, она поставлялась по, там, по 20 или 30 тысяч долларов. То есть при ее себестоимости, наверное, 1000. Так, я знаю, что збирали мои друзья на рации для військових, и приблизно рация обходилась в 1000 долларов. Да. А тут 20-30? А тут 20-30 тысяч долларов. Она настолько классна? Нет. Просто кто-то очень хорошо в России умеет делить деньги. В какой-то момент времени было очень большие скандалы, много людей посадили, сказали, что эта цена завышена и вообще безобразие, и снизили ее там до 15 тысяч. Вот. Но на самом деле эта радиостанция, она вроде как бы и идея хорошая, и задумка хорошая, но она имеет много недостатков, которые оказались проблемны. В частности, недостаток номер один. Эта радиостанция не работает без ретрансляторов. То есть она работает без ретранслятора вот на километр, на два буквально. И когда россияне к нам зашли, они с ужасом обнаружили, что у них нету радиосвязи между собой. То есть, если, например, мы выбрали за основу, пусть не военную, но связь Motorola, там, Hytera, стандарта DMR, то есть россияне выбрали вот эту вот вещь. А вот эта вещь, она работает на протоколе Tetra, радиосвязь, она требует так называемых базовых станций. Ну, аналог мобильной связи, да. И я сначала подумал, что это шутка, знаете, что делают русские? Они в безысходности вот эти радиостанции вешают на воздушных змеев и запускают их в воздух, чтобы одна радиостанция работала как ретранслятор, и можно было хотя бы вот через нее сделать дальность, там не 3 километра, а 5,7. И я думал, что сначала это миф, пока мне не прислали наши разведчики видео, как это происходит. Да, действительно, вот, ну это, я даже нашим там западным партнерам показывал эти фотографии, они говорят, боже, это какой-то, ну каменный век. Да? И благодаря тому, что россияне попилили деньги на своем основном средстве связи, они остались без нормальной связи, и для них это проблема. И вот тут сейчас вступили волонтеры, которые поставляют в российскую армию радиостанции. И эти радиостанции производятся в Китае. Причем рынок Китая открыт. Пожалуйста, в любых количествах они поставляются, эти радиостанции. А вот, например, Вагнер работает, воюет на радиостанциях Motorola, на таких же, как мы. Один в один они используют такие же радиостанции. Причем очень интересно, если первые радиостанции были оригинальные, мотороловские, то сейчас мне такие радиостанции попадаются трофейные. Я думаю, где же они их берут? Ну, санкции и все остальное. И я начал изучать этот вопрос, и оказалось, что это китайские копии. То есть это китайские копии Motorola один в один, сделаны на китайских заводах. Вот, в Агнера их покупают, и они, к сожалению, пользуются шифрованием АЕС-256. Мы их не можем прослушивать. Это надежные алгоритмы шифрования. Вот. Ну, остальная вся российская армия сейчас насыщается радиостанциями, которые являются китайского производства. Но зачастую они их называют красивыми названиями, там, комбаты или еще как-то, российскими, Байкал, то есть...